А, игривые покемончики. Фейка, как всегда, у нас в центре, да? В центре внимания у нас Фионка. Так, а что у меня увидели? Они вкусняшки у меня увидели, говорят. Феюшка, одна ты что не идешь за вкусняшкой? Все остальные смотри как. Так, давайте по одной, товарищи. Вот-вот. Так-так. По одной. Куды, куды? Ой, две утащил. Фея тоже две, а? Милаш. Милуся, ты что, обиделась, что ли? Ты тут хватит и тебе две взять. Не обижайся. Бегусик, будешь красивая наша девочка? Вот, дядюшка, берись. Атя, а падает, да? Падает. Ай, как же все-то взять, да? Как все урвать? Оп, клепка забрала. На еще. Скажи, мать, ты что издеваешься, да? Оп, выбиваем. Без рук и как, скажи, утащить? Ну-ка, возьми это на третий, урод. Дядечка, скажи, я талантливая, я возьму. Вот и колёсико, девчонка такая, а. Вот она. Маленькая, лопает и скажет, я к Фейке лучше пойду, с Фейкой веселее. Да? Фихунь, пришел смотреть, что у кого плохо лежит? Ты хоть прожуйся, миленький. Еще ту не съел. Донечка съела, да. Фишка, у тебя что, все растащили, что ли, маленькие монстрики вот эти, да? Ой-о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 й
Господи. Ты как Ляля решил? По две брать, да? Ляля, ты так с ними и ходишь, да? Ты так с ними и ходишь, довольная собака. Набрала полный рот вкусняшек и ходит таскать. Думает, куда бы спрятать. Летом она, кстати, вредительством занимается. Она в клумбы закапывает вкусняшки. Запасливая девочка. Есть, не ест. Нет, некоторые и ест. Но в клумбы закопать святое дело. Да? Малышня карандашник. О, этот целоваться, обниматься пришел, да? Все съел? Все съел, что тебе дали? Ну и молодец, ну и умничка, да? Ну вот такой вот у нас перекус. О, это вот задирка начала задираться. Кто-то лежит культурненько, кушает, никого не слушает. А кто-то бегает, носится, всех задирает. Вот она здесь, да, маленькая. Да, Донечка, скажи, я все скушала? Я бы все скушала, да? А иди у Ляльки попроси. Она ж добрая, она даст. Да? Ну, а мы всех целуем, обнимаем и хорошего вам дня желаем.